Всем привет! Вы на канале LPS TV. И сегодня мы поговорим о ногтях и лаках для ногтей. Да, я знаю, что у меня сейчас. Но обращайте внимание на посторонние звуки, то есть на... Вон кто мне видео мешает снимать. Вон кто. У меня сейчас период такой мается, начала пчелка маять. Вы видели мою кошку? И теперь перейдем к теме видео. Блин, она залазила на подоконник, и она мне всех пэтов, все декорации сбила, блин. Мне заново пришлось. Так вот, и раз уж тема пошла про лаки, то я покажу вам все лаки, которые у меня есть. Ну, пока что покажу данный лак, который у меня есть. И да, кстати, красивые ногти, и не такие, как у меня сейчас, это очень важно при съемке видео. Это довольно-таки одна из главных частей при съемке видео. Знаете почему? Что если вы будете снимать с обычными ногтями, так вот идет, но я никого не обсираю, то будет как-то, не знаю, неинтересно, что ли, как сказать еще. И недавно я купила лак, потому что я его захотела. Логика как-то. You fuck you. Короче, там был лак лучше, который был как бы звездный такой цвет. Не знаю. Кстати, у меня новый чехол, который я сделала сама. Ага. В конце видео я вам покажу его. И давайте же посмотрим на мой новый лак и на все мои лаки. Ну, в принципе, это вот эти все мои лаки. Короче, покажу вам их так. Этот лак. Ты что тут делаешь? Так, ладно, это я убрала. И вот этот лак, он... Я не помню, нам его тетя подарила или он где-то шел. Короче, несут. И там, кстати, был один лак, но я не знаю, где он сейчас. Он был в краске для волос, по-моему, да. И он такой, как бы, он не такой красный. Он похож на вот этот цвет, но в жизни он похож на этот цвет очень сильно. Но это не он. Дальше идет вот такой лак. Ну, то есть, ты можешь либо намазать этот, а этот не мазать, либо этот мазать, а вот этот не мазать, или что он, этот намазать, а потом этот, но лучше не делать сначала этот, потом этот, потому что как бы на ногтях будут бугры и блесток видно не будет. Компания, короче, сами прочитайте. Такая милашка, которую я купила в магазине, все по 40. Да, там было много таких лаков. Ну, сейчас они продаются за 40, да? Кстати, вот я его потом покажу. Кстати, божественно, просто божественно. Говнарно. Да, я его покупала за 40 рублей или за 40. Не помню, такой, в общем, милый лак. И я его буду, наверное, использовать в декорациях, когда он хочет. Но я этого не желаю. Дальше идет совсем недавнишний лак. Нет, не думайте, что он черный. Он такой темный. Сейчас я, короче, принесу бумажку, ее вот сюда положу, намажу все лаки, и вы увидите, как он будет смотреться. Это я сейчас не мажу, и скоро будет... Я управляю лаком. Я уже сумасшедшая. Вот такой лак. Он стоил 46 рублей. Но в другом магазине... Нет, это я купила в хозяйственном. А в магазине там было очень. И опять упал тот же самый лак. Пожалуй, его надо убрать. Видела лаки больше. Больше размером. Там были еще какие-то бусинки, но они стоили 40 рублей. Это 40 рублей. Ну, ладно, думаю, его недолго хватит. Принесли сюда. Я это взяла. Сейчас я принесу бумажку и вам все покажу. Кстати, у меня перестал лагать телефон, то есть я, например, снимаю видео, и там приходится снимать несколько видео. То есть он, например, когда я там ставлю другие декорации, он сам ставит себя на паузу, мне приходится снимать несколько видео, и мой редактор это не поддерживает. Да, вот, я их все расскажу. Ну, этот я положила, потому что я, у меня такая фобия, то, что если, например, кто-нибудь упадет с грохотом, то я начинаю сильно закрывать уши, закрываться одеялом, не знаю, чем попадется. И поэтому первый стерим этот. Он нравится.
уроки в кадре. Уроки в кадре. Никому это не думаю, что это. Ну, это ж я, если я так не сделаю, так и не буду. Я родила. Такого больше малинового, знаете, цвета. Вот. Малиновый цвет. И хорошо стоит. Дальше идет вот этот лак. Я его потом покрашу на маске. Наверное, я покрашу вот тот лак. Или так. О, какой цвет. Кстати, можно фиалку нарисовать. Вот такой темный фиолетовый цвет. Это никакой не черный. Нет, нет, нет. Угу. Я им много пользовалась и даже красила. Ну, то есть самодельный. Он уже застоял, он уже застоял. Ладно, я все равно попробую. Он совсем немного застоял. Он полностью застоял. Вот он конфет. Видите, он застыл. Сейчас такая гора вывалится. Ну это же все по 40 я купила, конечно. Няшка, ты не пришлась. Ну, кстати, можно уже использовать декорации, потому что лак остался, цвет остался. Ну ладно, стой тут. Какая красивая клякса. Это не красный. Это... Не знаю, как... Последний лак, который мы будем использовать. Так. Сейчас мы попробуем этот. Он вот такие блестки образует. Шта. И сразу попробуем второй. Как только я закрою этот. Ой, чуть на руку не вылила все. В принципе, это очень хороший и красивый цвет, поэтому я его купила. Он стоил 81 рубль. То есть каждый миллилитр этого лака стоит... О, смотрите! Смотрите. Синенькая блесточка. Это редкое явление. А что это значит? Это значит, что я везунчик. Всё. Нет, это значит, что я слепая, что раньше не замечала. Короче, давай. Фокус. Быстрее. Я жду. Жду. Ладно, пока смотрите на другие лаки. Так вот. Издалека вот такие блесточки красивые. Может так как-то сфокусируется. Нет. Все равно нет фокуса. Еще хуже фокус стал. Блин. Ну, в принципе, фокус более-менее настроился. И вот такие блестки. Но на ногтях они смотрятся очень красиво. И вот такой очень красивый цвет. И, кстати, проголосуйте в комментариях, какой лак вам нравится больше. И тогда я буду чаще всего красить... Извините за мой голос, просто я жвачку жую. Чаще всего буду использовать его в своих видео. Ну, то есть буду красить им ногти. Да, так что пишите комментарии. Ну, а на этом все. И пишите, какие ваши любимые лаки. И да, присылайте мне ВКонтакте. Твои любимые лаки, то есть фотографии. Не знаю зачем, просто мне интересно знать интересы моих подписчиков. Так, что я сказала. Ладно, ВКонтакте меня зовут Алья Алмаева, и я поставлю, наверное, вот эту таксу. Нет, я буду там. Вот в этой мимимишной шапочке. Буду на улице, и вы сможете смотреть мои фотки. Нет, что за ногти? Ну ладно, я их, по-моему, покрашу. И, скорее всего, следующее видео будет... Клип. Это уже большой спойлер. Угу. И я буду, наверное, с накрашенными ногтями. Блин, что с фоном? Смотрите. Что с фоном? Он... Я поняла. Этот фон. 3D. Ну, не 3D, конечно. Я слишком много болтаю. Ладно. Всем пока. Я вас люблю. Ждите новых видео.